Всех приветствую на канале Линкс, друзья. Продолжаем проходить Crash Bandicoot вторую часть под названием Cortex Strikes Back. И сейчас мы отправимся с вами уже на четвертый ярус. Собственно говоря, страсти, как говорится, накаляются. Будем смотреть, что там у нас дальше по сюжету. Продолжаем собирать наши кристаллы с камушками, да? Так, нет, не вниз, мне надо наверх. О, интересно. Красивенько. Позависаем, копатель. Крэш и лед, погибель. Приют для пчел. Ну, пойдем. Начнем зависать, короче. Попробуйте прыгнуть сразу после подката. Так вы увеличите дистанцию прыжка. Вы только мне сейчас об этом, да, рассказываете? Типа я до этого не знал. Ага. Мои знакомые друзья. Я вас понял. Ну, почему ты это самое-то... Это что сейчас было вообще такое? Ну-ка идите отсюда вообще в баню все. Чуть меня не поджарил там. Ну, вернее, этого. Друга моего рыженького. О. А, то есть они сейчас вот так вот на меня, да, прут. Так. Опасненько, опасненько. А у них еще какие-то магниты там на башке. Вроде как. Так, ну это нам хорошо знакомый левел, да? В прошлой части такой был. Ну, наподобие такого. Только он, возможно, здесь немножко усложнился как-то. А как это самое? Как там его миновать? Тихо, ребята, вы не дурите. Со мной я этого не люблю. Ай-яй-яй-яй. А, вот, наверное, сейчас. Сейчас я понял, короче. Наверное. Тихо-тихо-тихо-тихо. Быстро-быстро! Да. Все правильно, я понял. Ого, ничего себе. Она меня не достанет? Не достала. Так, ну, любыми правдами и неправдами до чекпоинта надо дожить. С маской или без, тут уж не до роскоши, как говорится. О, ничего себе, какой резвый пацан вот этот вот. Быстрая штуковина, однако. Тихо, тихо, как тебе это самое... Да, сложновато становится. Чё по коробкам? 31 из 93. А вот тут без маски, да, 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 сложновато. Фух. Сейчас главное, чтобы какая-нибудь крыса из-под тишка не выскочила. А то они любят это дело. Так, тут у нас таких дверей интересных больше нет, да? Дайте чекпоинт, вот, отлично. А сзади сто пудов что-то есть.
Ну, конечно, зная эту игру, глупо просто не ожидать чего-то там сзади. Так, а это как? Тихо. Не-не-не, тут как-то надо. Как-то это дело. Ага. А вот эти штуки еще быстрее. Достало меня все-таки. Масочка там бы не помешала. Слушай, Айна, смотри, она еще смотрит в мою сторону, когда я... Когда я ползу, типа, она на меня так оглядывается. Вот я вообще не пойму, как, с какой она стороны и где она там летает. Типа, это надо вообще вот максимально быстро. Стой, а я же могу как-то ноги там что-то поднять на этой штуке. Ну-ка. Во, я вот могу вот так вот подтянуться. И тем самым, наверное... Да, во, я про это забыл, кстати. Это, наверное, должно облегчить жизнь. Ага. Слушай, ну физуха у нашего краша это самое... Завидное. Вот вы любите, конечно, это самое. Морка, тебе что надо? Любит ребята меня в варп-комнату закидывать, когда я камни еще не все дособрал. Так, а что у нас вот это вот? Полный улет, это что такое? Настоящий вызов. Сюда я не могу, да, попасть? А куда я могу попасть? Вот здесь я точно был. Вот здесь не помню. А, вероятно, тоже. А вот тут точно, по-моему, не был. Дружелюбные светлячки осветят ваш путь. Отлично. Это, походу, еще темный уровень какой-то, ночной. Судя по всему, да, вот это вот я помню. Это тоже такое себе. Такой интересный, я скажу, уровень. Тоже непростой. Непростой хотя бы потому, что нужно тут торопиться пока. Серьезно. Непростой этот уровень, короче, потому что тут надо успевать. Надо успевать добежать до следующего вот этого светляка, пока не потух, так сказать, предыдущий. Иначе будешь бегать тупо в темноте. Так, ну это самое. О, здесь еще какие летают друзья. Ну, вернее, не то чтобы они нам друзья. Или наоборот. А они тоже же освещают, да? В каком-то смысле дорогу. Ух ты ж, это самое опасненько. Бонус. А бонус у нас здесь тоже со светляками, да? Да, таких бонусов у нас еще не было. Не улетай. Стой. Стой здесь. Все, он меня покидает. Ага, успел. Сейчас главное не упасть. А, так, а два ящика это нитро, судя по всему. Будем надеяться, что нитро. Пум-пум-пум. Не хотелось бы их сейчас в тень, его в тинти закудить. Так, а это самое.
А, здесь можно, короче, немножко схитрить. Вот эти ящики, которые я пока еще вижу, поразбивать. Чтобы не тратить время. И сейчас вот вернуться к этому другу. Взять его с собой. Таким образом, мы сэкономили время на разбивание этих ящиков. Интересно, это было полезно или нет? О, нормально, все коробки собрали, отлично. Но меня напрягает тот факт, что они меня опять отвлекли от того уровня. Так, хорош плясать. Обратно мне надо, обратно. А почему нельзя сразу на четвертый этаж попасть? Типа перелететь все эти, чтобы на каждом не останавливаться. Так, ну я еще разочек там... позависаю, так сказать. Наверное, вырежу тот момент. Вернее, до того момента, как мы, где мы с вами остановились, и продолжу уже на нем. Потому что, я думаю, нет смысла это все еще раз проходить. Вот, собственно, здесь мы с вами остановились. Сюда я теперь не иду, получается. А иду... куда? Иду вот сюда, да, на бонус. Зараза! Больше всего мне вот эти крысы... терпеть их не могу, короче. Ух ты! Ух ты, а как мне теперь... порядке. Пум-пу-рум-пу-рум-пу-пум-пу-рум. Интересно. Интересно, как это все мне миновать. Да. Не слабо. Фух. Даже не упал. Удивительно. Просто удивительно. А чё вас тут так мало, ребят? Слишком много крыс на один квадратный метр. Ничего себе, они прям перед лицом у него взорвались. Да идите вы в баню. Бурбага. Бурбага. Вот это вот бурбага. Тема. Ну так она очень быстро закончилась. Так, а может на этой платформе позадержаться? Да. Все верно. Так, а кристалл? Я что-то не понял, я тут собрал или нет? Ну, вроде как собрал. Должен был, по крайней мере. Готово. Так, что у нас такое копатель, интересно?
Копатель — это, наверное, какой-то новый тип уровня. Закапывание спасает от растений, пчелного от молотка оно не спасет. Да. Собственно, таких уровней у нас еще не было. Так, ну-ка я немножечко погромче сделаю музончик. Ага, я понял. Таких ребят я помню. Только они тут какими-то зелеными шарами бросаются, а в оригинале там, по-моему, были черные, что-то типа гранат, на гранаты похожие. Это было неожиданно. Во! Сейчас. Ну давай ты это самое, что ты из... непробиваемый какой-то. Вот этих ребята тоже, между прочим, помню. Только я не помню, чем они опасны. Их нельзя трогать вроде, да? Типа они могут задавить, наверное. Не точно, конечно, но... каким образом это работает? Может их не трогать вообще? Типа они какие-то трусливые. Хотя с них падут яблоки. Почему? Какие-то вообще непробиваемые ребята. Да ну их в баню, я больше на них жизни потеряю, чем яблок заработаю. Что это такое? Кто мне объяснит, что это за рожа? Иди ты это в баню. Не хватало на тебя нарваться. Кортекс, короче, настроил каких-то тут рож интересных. Насадил цветы какие-то, которые плюются не пойми чем. Так, это тайминговая, да? Штуковина. Так, там и этот плюется, и эти тут. Стоп. Ага. Понятно. Понятно, как это все тут устроено. Хорошо бы сейчас третью маску, конечно, взять где-нибудь. Ух ты, интересно. Это надо как-то наверх, да, попасть. Это надо на все это дело запрыгнуть с вот этого, как я понимаю, ящика, да? Так, не получилось еще разочек. Ну и как дальше? А теперь я туда просто-напросто не попаду. Ерунду сделал на самом деле. Так, не, а как мне туда попадать? Вот этот бонус, я так понимаю, не из самых приятных. Ну-ка я сначала туда пробегу, если у меня это получится сделать.
Я это... Я вернусь, короче, за тем. Так, еще разочек. Ну... А, может его там надо это самое... Разбить тот ящик, прыгнуть на ТНТ. Из ТНТ прыгнуть наверх. Сейчас попробуем. Так. Близко, близко. Ладно, я, короче, понял, мне кажется, как это все делается. Во, получилось, смотри-ка. Короче, это надо прыгать. Сейчас я покажу, как. А, надо, короче, на самый край вот этой... На самый прям последний пиксель вот этого ящика встать, зажать кнопку прыжка прям и в момент прыжка прыгать. Ну, типа, лететь дальше. Вот так вот это работает. Ну, сложно, сложно, что я хочу сказать. Еще бы на нитро не подорваться еще. Развилочка. Опять какая-то там платформа. Пугающая. А стоит туда идти вообще или нет? Ладно, давай сходим. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Музончик сменился. Ситуация, походу, накаляется. О! Осы еще. Еще этих друзей не хватало. А как их это самое? Я же не могу под землю закопаться. Здесь. Да, не могу. То есть просто бежать от них, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я пчела, вот. А мне повезет. Хорошо, сейчас куда-то занесет. Зараза. Бум-бум-бум. Так, все дальше и дальше куда-то нас несет, походу. Не к добру это. Так, камень один есть. А другие как добыть? Слушай, ну-ка, а если вот эту штуку наоборот сделать? А, она все равно вперед понесет нас, понятно. Я вас понял. Во, а вот сюда я могу закопаться, наверное, как-то, только я не помню как. А. Ага. Понятно. Зараза, а что, как мне назад нельзя вернуться, да, получается? Или можно? Но осторожно. Он может упасть, нет? Не, не может. Зараза, я не успеваю туда прыгнуть. Так, а где молотки обещанные нам? Нам вроде обещали какие-то молотки тут, да? Нет? Не будет их? Так, я боюсь, сейчас опять эти... Пчелки прилетят. Здесь у нас кристалл. Во, оказывается. С этой стороны.
Так. Чекпоинт. Оп! Ничего себе! Вы это самое, конечно, даете. Тебя еще тут не хватало. Да, конечно, надувает его интересно. Я сейчас тут все жизни, короче, оставлю, походу. О, ее можно так отбить даже. Так, ну где сохранялка? Ты что так далеко вы меня отвезли-то куда-то? Засранство. Короче, сосами можно бороться под катом. Короче, надо быть начеку. Иди отсюда. Иди отсюда, зараза. Где конец-то всему этому? О, Урбага. Здорово. Тебя-то мне и надо было как раз. Ты-то мне и нужен. Где эта развилка-то начинается? Вот она. Фух. Все. Это я все, чтобы не пропустить карабасы делаю. Потому что я что-то не хочу возвращаться снова на этот уровень. Иди отсюда. Маска же, если что, меня защитит от осы. Это оса или пчела? Кто это? Что-то, судя по... Да, маска защитила. Судя по наглости, это оса. Типа пчелы себя так не ведут, мне кажется. Ты вообще, что ли, это самое, с дуба рухнул? Не, ребят, если вы мне в итоге скажете, что я здесь не собрал все коробки, я не знаю, что я с вами сделаю, короче. Потому что вот эти вот осы или пчелы, или кто бы это ни был, они меня конкретно здесь вот задолбали. Я вам так скажу откровенно. Сейчас бы чекпоинт не мешало бы получить. Вот просто реально не мешало бы. Вот от слова совсем. О, здрасте, а вот и тот самый обещанный молоток. На него бы еще не нарваться. Иди ты в баню. Так. Фух. Только тебя не хватало, я тебя прошу, уйди. Фу. Это просто... Слов нет, короче, что это за уровень. Это ужас, а не уровень, я вам так скажу. Это просто ужас. Я расстроен. Не, конечно, я не расстроен, я рад, что я наконец-то собрал здесь все, что можно было. Я поражен, так скажем, вашей... вашей наглости. Все, красава. Краш. Все три штуки собрал. Краш, у меня мало времени. Кортекс почти достроил новую космическую станцию. Что-то не сходится в его утверждениях. Остерегайся его умного. Так, Краш и лед. Снова какой-то ледяной этот, снежный уровень, что ли? Идеально пройдя путь до смертельной платформы, ага, понятно.
Очередная платформа. Музончик такой интересненький. Давно у нас не было таких снежно-ледяных уровней. А, вот это я помню. Вот это интересно. Тюлени, только не нарваться бы. Это ж тюлени, да? Или кто это, морские котики? Я не такой уж хороший зоолог. Так, вот это первая автоматическая, вторая... Вернее, вот это тайминга, а вторая автоматическая. Ну или как она? Как их обозначить-то? Так, а вот сюда мне не надо случаем падать. Так, а как это? Ага. Уже это самое. Становится страшно. Не то чтоб страшно, а как-то неприятно. Опасненько. А, вот этот бонус тоже мне выглядит, мне кажется, знакомым. Так, тут у нас что такое? Ничего особенного. Вроде как. Так, только на ТНТ не наступи, я тебя прошу. Я тебя прошу. Яблок тут щедро насыпали. Так, ну-ка я от всего этого отбегу назад, пожалуй. Ага, там жизнь за всем этим делом стоит. Нормально. Интересно. Интересно, тут у нас ёж спрятался вот этот вот. Отсюда. Что-то мне за микрофоном плохо видать. Куда там бежать надо? О, я идеально прошел путь до платформы опять. Нитро поставить на лед. Это прям в духе разработчика. Тихо. Не надо. Вот он всего нашел. Тихо, краж, без паники. Давай там потихоньку расчекрышить. Карабасы. Я ничего не вижу, естественно. Так, что-то на ощупь. Нащупал. Там где-то сзади был какой-то невидимый ящик. Вроде как. Да, вон он. И он где-то, наверное, впереди активируется, судя по всему. Рум-пум-пум-пум. О, третья маска.
Интересно. Интересно. Но мне по-любому надо вперед. Ага. Быстрее, да не падай, не падай, не падай. Во-во-во, вот это вот, вот это прям надо все выкинуть, но карабас я не собрал. Увы, я что-то увлекся этим делом. И все это дело проскользило. Но без трех масок там жестко было бы. Так-то ты, короче, летишь на эти нитро. И тебе вообще без разницы. Надо бы еще попробовать этот бонус пройти. Где, собственно, конец данного уровня? Что-то он затянулся, по-моему. Там ничего нет сверху, интересно. Ну и сколько я не собрал? 40? 40? Точно? А где все остальное? Очень странно. Ну, допустим, после платформы, да? Типа, они могли бы быть. Если бы я на платформу не пошел. Но на платформе же тоже коробки надо как-то собрать. А как это сделать одновременно? Там в двух местах, я что-то не понял. Очень-очень странно. О, мой любимый уровень. Вернее, один из. А, здорово. Нитро прям поставить. За коробками. Понимаю. Чё-то жизни совсем маловато. Потратил я их, конечно. Здорово. Да чё, серьезно? На всякий случай оттуда выпилю. Ничего себе. Интересно. Там динамит подорвал, интересно. О, урбага там, оказывается, висит. Да, ну а как же? Как же без нитро? Можно обойтись. А, зеленый камешек, ничего себе.
Зеленый камень — это не тот ли, который мы получили там, вот за той дверью, в какой там, во второй или в третьей части, во второй, по-моему. Не он ли нам здесь открыл этот путь? Жестоко. Очень жестоко. Да что ж такое-то? Чё-то я стримаю, что у меня сейчас могут закончиться жизни. Украшения. Может же такое быть? Чисто теоретически. Я уже, короче, на все бабки, что называется, погнал. Кто и там эти... Кто ее снабжает этими бревнами там? Какой злодей. Ну, а где чекпоинт-то, ребят? Там дальше какой-то подвох или что? Назад я боюсь просто даже прыгать. Ох ты ж! Сейчас вот часу не легче. Камень есть. Ха-ха. Понятно, понятно. Что ничего не понятно. Так, а назад? А, назад это... Назад это в бок. Назад это в бок. А вон там вот я вижу чекпоинт. И поэтому я очень хочу прям к нему попасть. Дабы сохраниться. И это самое, вернуться, наверное, по возможности. За коробочками. Фух, да, потненько, потненько. Ух ты ж, и силуха какая. А как это мне, как мне это самое... туда попасть. Ну что вы, ребята, ну что вы намутили-то? Ну что вы вот это самое? Вот это вот обязательно надо. Тут сто пудов, да, вот кто-то ходит. Еще. Обязательно. В любой непонятной ситуации просто, короче, прыгай животом вниз. У меня три жизни, и это не есть хорошо. Это прям вообще никуда не годится. Дальше что? А! Я не был готов к такому. Ну, дальше я просто не пройду. Я просто там жизнь потеряю, все. Ну, просто бежать назад в такой ситуации, это вообще... Для крыши это самоубийство. Сложнее и сложнее. А тот ящик мне как-то надо... Как-то на него прыгнуть надо.
Фух. Походу, я даже близко не собрал все карабасы. Да, не стоило, как говорится, потеть и тратить там жизни. Фух, чё ж такие тяжкие уровни-то пошли, а? Не к добру это. Мне сейчас интересно, если я, типа, потрачу все жизни. Специальный камень скрыт за ловким обманом. Да ну вас с этими обманами, с вашими. В баню. В баню. Если меня сейчас это самое... Жизни у него закончатся, то чё? С предыдущего сохранения все начнется заново. Не хотелось бы. Ой, как не хотелось бы. Иди в баню. Ты пчела, я пчела. Вот. Нитро 100 пудов надо обходить. Мне что-то подсказывает. В них тыкаться не надо. Вот сжигаться. Так, ну может там жизнь. Может там жизнь лежит. О. Я не ошибся. Идите в баню. Просто в баню. Ага, тут я нитро не миную. Сколько там жизни-то? 3. О, ничего себе, она это самое. Она ускорилась. Знатно так, причем ускорилась. Это какой-то шли увеличенный улей, там 150 пчел вместо пары. Вместо пары штук. А как я их не это самое? Я ж не одолею их. Заразы. Что делать-то? Ноль жизни просто. Все. Что делать? Игра окончена. Да что ты говоришь? А, этот же уровень начался. Этот же уровень сначала, да? Ну, хоть так. Хоть не надо все снова проходить. Уже хорошо. Почему так яростно все хотят Крэша убить? У меня вопрос. Он же неплохой парень. Я бы даже сказал, он хороший парень. Ух ты, ничего себе. Он даже так умеет. А, вот как надо там поступить. А почему мне опять сейчас жизнь не дали, интересно? Интересно. Интересное кино. Его в баню. Я серьезно говорю, я в первой части не припомню, чтобы такие ужасы были. Чтоб ноль жизней. Там у нас наоборот, по-моему, 99 их скопилось. А здесь вообще в ноль ушло.
О, кстати, а вот эти нитро интересные. Эти нитро не то чтобы нитро, а какая-то секретка очередная. Может, здесь хоть получится жизни заработать, хотя что-то я сомневаюсь. Скорее потратить. О, ничего себе. Какой-то аметист заработали. А, так не получится, да? Понятно. Игра окончена. Не, простите, но я морально не готов идти на эти нитро. Я боюсь, я там 4 жизни — это вообще мизер для такого уровня. Вот если подкоплю чуть-чуть, тогда да, возможно, я вернусь к нему. А сейчас не. Извиняйте, не хочу. Что называется. Это бы пройти без проблем. Уже был бы подвиг. Бонус. Место, где, короче, можно заработать жизни, оно все в нитрах. Оно все в нитрах, и это ни о чем хорошем нам не говорит. Чё это сейчас было вообще? Как это можно объяснить. Быстрее бы допройти этот уровень, короче. Я уже что-то жажду прям битвы с боссом. Кто бы там ни был. Но мне хочется с ним разделаться. Что, 94? А, на том бонусе типа не было коробок. Ну, хоть так, нормально. Фух. Вообще жесть. Я боюсь, сейчас будет энджин. Ну, не то что боюсь, а просто предполагаю. Мне так кажется. Типа, кто еще с Кортекса может быть? Крэш, я разузнал, что сопротивлением командует доктор Нитрус Брио. Изобретатель Эволворы. Это Брио виноват в наших прошлых недопониманиях. Он заставил меня помогать ему в его плане порабощения мира. И вот он снова взялся за старое. И попытается помешать нам. Да что ты. Будь начеку, Крэш. Используй платформу для доставки кристалла Энджину. Ой, болтун. Да, энджин. Понятно. Платформу? Вы уверены? По-моему, что-то это самое. Разработчики ремастера не учли момент, что... Сказал доктор Кортекс, отдай Максу кристалл, что ты добыл для меня! Не учли тот момент, что, короче, теперь нужно... Для того, чтобы сразиться с боссом, нужно не...
на платформе подниматься, а входить в какую-то там дверь. Этого чувака я помню, короче, с ним надо яблоками драться. А, не просто это будет, да. А скоро так сам все, походу, да? Раз... это самое. Перестали дружить, короче. И Энджин, и Брио. Одна лапа есть. Давай вторую. Фух. Ох ты ж, это самое. Вот это неприятно, да. Это такой неприятный босс. Да как тебе попасть-то? Гадство. Я не пойму, куда надо мне пулять, короче, чтобы попадать в него. Одна есть. Это что такое? Еще этого не хватало. Фух. Гадство. А, готов. Все, осталась у него последняя его часть, да? Средняя. Понятно. Ну и как тогда с ним бороться? Так, вот сейчас надо быть аккуратным, короче. Чё он сюда к ней летит? Не издевается, что ли? Ты чё творишь-то? О, готов! Наконец-то, фух! Да, что-то я за эту серию вообще подустал. Жесть. Ха, надеюсь на ваши лайки, ребята, на подписку, на комментарий. Все как обычно. Пятый этаж будем проходить с вами в следующей серии. Всем пока, ребята, до новых встреч.